Всем. Хердманы – абсолютно худшие дети в истории мира. Готовы к этому? Я буду в вашей библейской пьесе. Это будет настоящая катастрофа. Вот это настрой. Кто хочет сыграть Марию и Иосифа? Кто такая Мария? Мама младенца Иисуса. Элмер, ты обычно играешь Иосифа. Ну, значит, так тому и быть. Хердманам здесь не место. От них плохое влияние. Возможно, впервые Иосиф и Волхв подерутся, а Мария сбежит с младенцем. Спорим, они сожгут ясли? В этом году мы станем другими, проживем новую жизнь. Мария все еще здесь. Иисус родился для Хердманов так же, как и для нас. Если мы их прогоним, мы упустим главное. Хотя я не знаю, что будет. Может, это и неплохо. Ведь Мария с Иосифом тоже не знали. Мария плачет. Это будет лучший рождественский спектакль. Буду игнорировать все, кроме крови. Можешь перестать плакать? Нет. Вот спектакль, который я бы посмотрел.